дело в том, что мы благодарим Анатолия Журина из газеты «Труд», который нам подсказал, кто нам может сделать новые заставки в программе. И сказал, это карикатурист, всем известный Виталий Песков. Вот он и все и сделал. Но вот смотрите, вот Виталий, ну как бы на самый конец, чтобы все значит, знали, какая опасность их поджидает, вот. Смотрите, вот он нам сделал сегодня такой подарок. Сейчас прямо сделаю. Так, все рассмотрели. Виталий, вот он, Песков, здесь. Виталий, спасибо. Это подарок Виталия. Будьте добры, Виталий, пройдите, пожалуйста. Виталий. Нет, на самом деле Виталий это обалденный совершенно человек. Вот. Я хочу просто перед микрофоном пожать ему руку. Дело все в том, что Виталий Песков – это вот тот человек, который нарисовал нам вот эти заставки. Спасибо, я не знаю, что говорить, потому что у меня завеса на уши. Единственное, только скажу, что когда мне вручали «Золотого Остапа» в Питере, у меня так же колотило сердце, как и сейчас. Что бывает ранее редко. Вот сейчас так 120 миллионов пульс, больше я ничего не могу сказать. Спасибо.